А это, мне кажется, белый. Вот белый, и вон там белый. Вот, я говорю, белый. Да, ну-ка, давай посмотрим, Сереж. Ну, шляпка похожа на белый гриб. Как она и здоровая. И вон еще влево. Видишь? Точно, белый, классно. Только подумала. Вот такой беляш. Вообще здорово. И вот еще рядышком тоже белый. Только подумал. Только хотели, да, выходить из леса. Что ты подумал? Белых не попадается. Нынче. Белых не попадается. Ой, здорово. Белые. Вот у нас два получается беленьких. Это за сегодня первые грибы, да, белые? Классно. Вот такой у меня тут. Мы приехали в лес и сразу под березовик. Попалась волнушечка. Повелся. Перед нами красноголовик, его ж повалило в сторону. Рядышком вот еще один большой. И вон стоит такой красавец. Вот впереди. Вот такой красавец. А рядом еще два. Посмотрите. Раз и два. Да, здесь вот такое место. Здесь красноголовики. Пусть их немножко, но они здесь есть. Классно. Угу. Крепыш, да? Смотрите, еще один. Вот такой красавчик. Вот вместе с этим рядышком туда шла, не видела, обратно раз. А вон еще один, смотри. Вон два. Видишь? Нет, поганки. Поганки? Да. Сережа, смотри. Раз, два, три. Вижу. Да, мы их даже не увидели. Вот видишь, туда шли, не видели, обратно увидели. А потому что листва коричневая, скрасна, и их незаметно. Что делают? Ножка, да, плотная. Красавчики. Вот это вообще, смотри, какой здоровый. Нога такая, посмотри. Наклонила, да, его в бок? Но. Надо здесь еще походить. Во. О, какой мощный. От тяжести шляпка упала. В бок. Хороший, да? И вот еще рядышком один. Здесь надо тоже еще пройти. Такой красивый. Тоже ножка, да? Плотная. Ого, какой. Люблю такие грибы. Да, еще один красноголовик. И вон там еще. О, там их два еще, смотри. Вот раз, а вот два. Ой, смотрите, еще третий. Вот второй. И вот еще два. Раз, два, три. И вот смотри, четыре. И вот еще пятый. Маленький, кто-то его уже покушал. Зайчики, наверное. Да, место такое красноголовичное. И теперь сюда вот. Вот к этим двум пойдем. Что тут хороший, нет? Хороший, чистый. Чистый? Действительно, прямо прятаются, да, за травкой? Он там стоял, нет еще? Нет, там нету. Вот здесь, вон перед тобой. Прямо два. Это брать жидкие. Жидкие? Ну ты просмотри это. Ну сейчас. Покушал кто-то. Ну такое даже, наверное, брать не будем, да? Хотя ножка, смотри, идеальная. Разрежь шляпку. Не бери. Только ножку давай. Тут тоже все срежь. Угу. И вот этот вот малипусик еще вон. На зайчике живут, может, здесь тоже вон покусали, и вот еще грибочек, он тоже покусан весь. Значит, здесь где-то у нас семейство зайчиков. Ну что, им тоже кушать надо.
А может, это белочки? Белка утащила бы. Белка утащила бы? Этот хороший грибочек. Мы его высушим. Ну, это скользкий грибочек. Нет, этот, значит, не бери раскользки. Пусть дальше кушают. Да, вон прямо еще два красноголовика. Вот один. Так вот. И вот второй. Вот он. Это такой красивый. Плотный такой. Давай. О, какой красавчик. Это тоже покусанный. Тоже покусанный. Ну, возьми, посмотри. А смысл? Шляпку оставь, а ножка хорошая возьми. Мы ходим, кстати, недалеко от дороги, чтобы не заблудиться. Да, вот это срежь только, вот это аха. Во, ножка хорошая. Посмотрите, мы идем обратно под деревом. Под деревом. Вот так вот он спрятался, красноголовик. Кстати, он тоже покусанный. Ого. Во, обрежу. Вот такая ножка. Видите, покусан. Я вот так срезала, а основную оставила. Пусть дальше кушает. Вот такой подберезовик. Вот по такому лесу очень тяжело ходить, но опять здесь попадаются грибочки. Попались волнушки. Раз. Два. Три. Четыре. Маленькие, хорошенькие. Пять. Так, еще где-то я видела. А, вон. Шесть. Волнушки очень вкусные. Красные, они плотные тоже, как грузди. О, волнушка. В общем, у нас с тобой на двоих почти полное ведро. Смотри, у тебя, да? И у меня. Вот, да, смотри, почти полное ведро. А мы гуляли-то минут 30, не больше. Классно. Не, сегодня тоже хороший у нас урожай. 12-литровое ведро, почти полное. О, какой красавчик стоит. Опа. Вот такой крепыш. Ого. Шляпку разрежь, ага. О, нормально. И вон там еще впереди крепыш стоит. Там его прямо отсюда видно. Непонятно, что это. Это подберезовик. Сейчас с другой стороны подойду к нему. Нет, это не белый. Кстати, такие грибочки очень тяжело в лесу видно. Они прямо с листвой сливаются. Вот он, посмотрите прямо какой. Вот он какой красавчик. Смотри под деревом какой стоит. Видишь? Не знаю. Вон, смотри, какой стоит. Крупный, большой. Но мне кажется, он уже это, переростыш. Посмотрим. Крепенький. Давай тебе обойду к тебе. Я говорю, это переростыш, да? Не, давай не будем такой брать. Из ельника перешли вот в такой лес. Здесь, конечно, единственное, что плохо, вот видите, да? Какие-то торчат сучки, и между вот ними очень тяжело идти, потому что все ее за волосы цепляет, и в глаза, и везде. Вот вроде бы просвет, хорошо Сережу видно. А чтобы к нему пройти, вот, видите, два дерева проход. Если здесь, то отсюда все торчит. В общем, приходится вот так вот в сторону все отодвигать, чтобы ни в лицо никуда не попало. Вот такой у нас лесок нынче, куда мы пришли. Ну, здесь вот одни обабки попадаются, то есть подберезовики. Но здесь как-то их не густо. В том году здесь мы сразу, помню, пришли,
моментов, минут за 15 набрали каждый по 10-литровому ведру, потому что здесь их просто было море. Ну вот нынче нету. То, что мы сейчас нашли, я считаю, это вообще не грибы. Это очень мало. Сказала, да, это не грибы, он еще гриб. Я думаю, это тоже переростыш. Да, чересчур. Мы даже смотреть его не будем. А вон еще один, вон рядышком. Вон. Да, не будем. На выход и смотрите. Два красноголовика. А вон там третий. Ну там большой, а эти прямо такие маленькие, хорошенькие. Красноголовик стоит. Видишь? Вон он какой хорошенький. Пойдем к нему. Вот он под елочкой стоит. Мы, кстати, под елочку залезли. Сережа веточку не подержал, и мне в лицо прилетело. Опять зашли в ельник. Но здесь, да, надо вот под елочками искать. Внимательно. Полная ведерко 12-литровая.